Сладенького хочется больше, ждать уже совсем не могу. Ой, аж нога зачесалась. Если ты меня не услышишь, значит все Валерке хана. Конфеты, печенье и банка варенья. Вот, Лера, я тут тебе принес. Закрой дверь, я голенький. Я сейчас его пенкой попшикаю. Вот, вот, намылю. Ой, и теперь буду брить. Вот. Валера, чего это ты там такое делаешь? Как чего? Кокос брею. Зачем? Как это? А вдруг там застежечка или кнопочка, чтобы его открыть? Ой, дай сюда, тоже мне парикмахер. Вот так вот, мыть нужно, это ему нужно, мне не нужно. Я и так все съем, сейчас только схвачу повкуснее. Ой, тяжелая какая. Эй, ее надо мыть. Еще не надо. Стой! Ой, какая вкусненькая была. Валера, ее нужно сначала помыть, а потом есть. Кто тебе сказал? Я. Ой, чего-то мне нехорошо. Что такое? Что-то не так. Что не так? Все не так. Ой, где тут у вас комнатка для медведей? Мне надо. Ой, быстрее. Закрой дверь. Валера, ты там как? Не знаю. Это все потому, что ты ел немытую клубнику. Я больше не буду. Валерка, ты там скоро? Нет. А если мы тебе лайк поставим? Один? Ну нет, 1100. Тогда выйдешь? Я постараюсь. Я вот тут купил тебе коржи медовые. Купил? Ты должен был всю ночь выпекать их для меня, а утром Валерке сделать торт. Угу, обязательно так сделаю в следующий раз. Так, Валерка, держи себя в руках. Их нужно раскладывать по цветам, а не в рот. Да кого я обманываю? Валера, я все слышу. Очень жаль. Так, а тем временем я возьму изюм и помою его. Это что же получается? Ты что, давал мне немытый изюм? Так, а это что? Что? Не знаю, в холодильнике лежало. Это же было украшение для торта. Вот не пойму я чего-то. Торт мой? Твой. Ну, чё шумим? Раз, два, три. Тяжеловато мне отжиматься. Надо побегать. Тяжело, я так могу стереться. Надо попрыгать. Может быть, поможет похудеть. Фух, все, я похудел. Теперь давайте попробуем пропылесосить Валерку. Ух ты, я хочу на нем покататься. Ну хорошо, давай. Сейчас я его оседлаю. Иху! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, как прикольно. Валерке нравится. А почему ты мне не говорил, что у тебя есть такая штуковина? Так у меня есть еще и не такая. Ну ладно, пора включать пылесос и выставлять на максимум. Мы так не договаривались. Ну, как ты тут без меня? Скучал? Что делал? А это что, а? Это я тебе подарочек готовил. Подарок — это хорошо. Ну, а ты как, Валера? Как-как? Хорошо. На самолетике полетал, сидел у иллюминатора. Короче, я там загорал на пляже. Где? Где-где? Везде. Познакомился там кое с кем. С кем? Да это не важно. А еще Валера много гулял и много ел. Вот это я понимаю гостеприимство. Они там медведей любят, ценят и ждут. Мы тоже ждем. Ага, там сладостей была целая куча. Ешь не хочу. А ты? А я что? А я хочу. Вот. Валера, это что за... Чурчхелла. Какая чурчхелла? Вкусная. Это орех в виноградном сиропе. Да, хорошую вещь чурчхеллой не назовут. А почему она такая поломанная? Дорога была дальняя, а чурчхелла хрупкая. А зачем ты ее вообще привез? Показать, как там на море. Ну вот представь, лежишь ты на песочке, пузико греешь. Рядом плещутся волны, кричат чайки. И вдруг... Чурчхелла! Вкусная чурчхелла! Покупайте чурчхеллу! Орех в виноградном сиропе. Ой, отвалилась. Такая вкусная, но почему-то отпала. Так, чурчхеллу брать будете? Вот там. For you! Класс! Мое! Валера, опять ты! Отдай! Не отдам! Ну отдай! Ты мне так лапу оторвешь! Так ты коробочку отпусти! Нет, лучше ты лапу отпусти! Ладно, уговорил! Это моя посылочка, и я буду ее открывать! Так, сейчас посмотрим, чего у нас тут! Ой, мне кажется, что тебя кто-то не любит! Это тебе хейтеры прислали. В смысле? С чего ты взял? А ну дай-ка посмотреть. Нет, Валера. Это тебе посылочка. И тебе ее прислал желтобрюх. Это универсальный выпрашиватель конфет. Ой, какой липкий. И как он работает? У тебя есть конфетка? Ну, скажем, есть. Слышь ты, шепелявый медведь.
Тебе что, не страшно? Нет. Ты должен был испугаться, бросить конфету и убежать. И конфетка осталась бы мне. Ну а что, если так не работает, можно ей как хваталкой хватать. Еще разок. Промазал. Ой, давай. Опять мимо. Короче, суть, я думаю, всем понятна. Готово. А фитилек куда засунешь? Вот сюда. Эй, ты чё пихаешься? Да ты вообще всегда все портишь. Валерка, ты обнаглел. Ты живешь в моем холодильнике и за аренду ничего не платишь. Что? Что ты? Ну что ты? Ладно, ребята, теперь нужно медведю дать хорошенечко застыть. Вот два глазастика. Это айфон. Вот половинка медведя. Упал. И какашка. Ну и зачем ты все это сюда притащил? Это арендная плата за холодильник. Блин, арендатор, неси все обратно в свою пещеру. Слушай, тебе вообще не угодишь. 10 – это очень хорошо. Ну, сколько будем откладывать? 10? Нет, давай 20. Хорошо. Их теперь нужно положить в нашу копилочку. Угу. И еще одну. Все. Денюжки в копилке. А я эти пойду спрячу. Куда спрячу? В рот? Да это мое личное медведское дело. Куда их прятать? Тихо. Что? А сейчас, пока ты не начал, самое время подписаться на канал. Все, продолжай. Валера, тебе нравится? Ну да, но только непонятно, как узнавать, когда есть конфеты. Я пока вставлю батарейку и погляжу, работает или нет. О, все работает. Ой, глянь, чего я тут нашел. Валерка, ты офонарил? Это все мое. Я нашел, значит мое. И я буду это есть. Я буду это есть и все. Ты же распухнешь. Это еще бабушка надвое сказала. Да, действительно. Море, море, пляж песочный, вкус конфетки за секою. О, это что такое? Как чё? Все нормальные медведи уже давным-давно на море. Валера, все нормальные медведи уже давным-давно в лесу. Кстати, а почему, когда ты закрываешь дверь в моем холодильнике, у меня тухнет свет? Почему это, а? Ну, это для экономии. Ты что, на Валерке экономить решил? Ну и ладно, я сам себе их добуду. Сейчас возьму хваталочку, аккуратненько зачерпну себе повкуснее. Не хватает чего-то. Эй, ты что там делаешь? Уже ничего. Да, нелегка жизнь медведя. Ой, прилипла моя хваталочка. Отцепися. Ну и куда ты это собрался, м? Как куда? На конфетно-хватательный промысел. Теперь с тебя за это конфета, которую ты обещал мне вчера. Ну на. Это чего за шибздрик? Как ты сказал? Шибздрик, но он мне нравится. Маловато. Ну на тебе еще. О, еще один. Иди к папке. Вообще, слушай, что это такое? Где-то что-то пропало. Валера виноват. Кто-то что-то съел. Тоже Валера. Это нечестно. Зато правда. Какие еще шоколадные блогеры? Пойдем покажу. Вот они. Вот это да. Блогеры, я уже иду к вам. Все, пока. Какой пока? Вылазь оттуда и не вздумай их есть. Закрой дверь. Ты обалдел там? Ух ты, ребята, какая конфета получилась. Давайте я ее сравню. Она получилась мягче, да и тянется тоже лучше. Это какая-то дохлая селедка. Какая? Дохлая. Сам ты. Это прекрасная желейная конфета. И сейчас я ее попробую. Я бы так не рисковал. Да? Ну, конечно же. Желатин, пластилин, кола. Фу. А пахнет вроде бы ничего. Слушай, может быть, ты попробуешь? Ты что, меня совсем не любишь? Ну как это? Люблю, конечно. Да, ребята, конфета получилась очень прикольная. Я ее выброшу. Я сам выброшу. Нет. Ты ее возьмешь и съешь. Я тебя знаю. Нет. Отдай. Лишнее обрезаем. Внимание, внимание! Всем, кто подписался, нужно срочно нажать колокольчик. А кто не подписался, подписаться. Валера, чё ты шумишь? А у тебя Пушкин есть? Нет. Ну и все, это точно не библиотека, значит можно пошуметь. Внимание, внимание! Всем, кто подписался, от Валерки большое спасибо. Валера, ты что, сам съел полторта? Нет, нет, не сам. А с кем? С тобой. Ладно, меньше слов. У меня тут еще полтортика. О, какой красивенький. А вкусненький какой. Ой, мне плохо. Валера объелся. Ой, как тяжело. Валера, я ж тебя предупреждал. Смотри, не упади, а то лопнешь. Ой, как мне плохо-то. Ой, я лопнул. Спасай меня.